В Ярославской области сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в совершении серии краж автомашин. Сотрудниками Управления уголовного розыска ОМВД России по Ярославской области в ходе спланированной операции при поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии были задержаны участники группы, которые причастны к совершению серии краж легковых автомашин на территории региона. Данные лица несколько месяцев находились в разработке оперативных подразделений ОМВД России по Ярославской области. В ходе реализации оперативной информации при попытке совершения очередного хищения автомобиля полицейскими были задержаны двое подозреваемых. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Похищенный автомобиль был изъят. В ходе дальнейших мероприятий полицейскими были установлены так называемые отстойники. Это места, где находились другие похищенные автомобили. Оперативниками были обнаружены и изъяты еще 8 похищенных автомашин различных марок, а также двигатели от уже разобранного легкового автомобиля. Кроме того, полицейскими были обнаружены устройства для несанкционированного доступа в автомобили, оборудование для разукомплектования. Фактически хищение автомобилей было поставлено злоумышленниками на поток. Сотрудниками полиции велось наблюдение и за передвижением сообщников. Были установлены еще 4 соучастников преступлений, в том числе лица, которые занимались разбором автомобилей и перебивкой номеров двигателей, а также злоумышленник, который осуществлял скупку и продажу похищенных автомашин. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время задержанному жителю Рыбинска, мужчине 1975 года рождения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он, по версии следствия, являлся непосредственным исполнителем, который похищал автомобили. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к совершению данных преступлений и принадлежность обнаруженных автомашин.